Добрый день, меня зовут Андрей Карасев, и я консультант Great Plains and MGP в Соединенных Штатах, в районе Чикаго. Я хочу сделать небольшую презентацию на русском языке о том, как можно перевести Dynamics на тот случай, если ваша компания открывает или имеет офис в Российской Федерации. Прежде всего, вам нужна лицензия Modifier и Customization Site Enabler. Это modifier. Здесь вы переводите строчки с английского на русский. И чтобы пользователи смогли увидеть русский текст, вам нужен Customization Site Enabler. Теперь давайте переведем одно поле в invoice, в форме Sales Invoice. Вот это, Customer PO Number. Идем Tools, Customize, Modifier. Идем в ресурсы, строчки. Переключаем Series на Sales. Вот это поле. Давайте попробуем изменить его вот так. Это пример, вы понимаете, что можно перевести много. Возвращаемся в Dynamics GP. Открываем эту форму. Вот наш переведенный текст. К сожалению, моя Windows установлена с американским дефолтом. Если вы поставите Windows на русском языке, то вы увидите русский текст. Если вам нужна помощь, позвоните мне или напишите мне письмо. Оно должно быть видно в тексте YouTube. Спасибо, до свидания.